Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи! Представляю вашему вниманию одинарную бэйную валторну, строй Б и дополнительный строй у нее ля. Вот, еще у меня есть для нее квартвинтель, я покажу отдельно позже. То есть мы играем вот третий концерт Моцарта в ми-бемоле, да, транспонируем на тон ниже. Очень удобно. А вот первый концерт Моцарта в ре-мажоре уже надо на терцию транспонировать. Три диеза. Вот. А мы нажимаем на полтончика. Только не забываем, когда мы понижаем строй, даже на ля, всего лишь на полтона, все равно надо выдвигать кроны, подстраивать там, ну, немножко там, ну, примерно на слух там подберете. Вот. И уже можно играть. То есть мы играем ре-мажорный концерт, но транспонируем тоже, как и в ми-бемоль мажорной тональности на тон.